В День знаний сотрудники наркоконтроля Тувы вручили почетную грамоту ученице 8 класса первой школы Кызыла Айчыры Мады, занявшей первое место в конкурсе антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». Ее работа стала лучшей в номинации «За лучший макет наружной социальной рекламы, направленный на снижение спроса на наркотики». Проникшись идеей привлечения общественного внимания к проблеме незаконного оборота наркотиков, юная художница вложила душу в свою работу, на которой изобразила процветающую Туву и гостеприимную тувинскую семью. Веру маленькой девочки в светлое будущее республики высоко оценили члены жюри регионального этапа творческого конкурса. Так, ее яркая и самобытная работа была удостоена чести представлять Туву на заключительном этапе всероссийского конкурса. Конкурс проводился в трех номинациях. На лучшую социальную рекламу антинаркотическую, на лучший видеоролик, опять же, антинаркотической направленности, и за лучший наглядный материал агитационный. Нас поразила глубина рисунка. Изображена семья, на рисунке изображена семья, такая благополучная, счастливая. В руках с предметами, на фоне гор, на фоне юрты. Прямо вот рисунок изнутри светится. Богатое такое духовное содержание, оно, в общем-то, нас задело.